TXT выпустили свой новый трек и клип Sugar Rush Ride. И название этого трека мне напомнило одну из самых первых популярных игр 3 в ряд — Candy Crush. Мне кажется, в эту игру играл каждый третий на планете. Но, к сожалению, этот клип и трек не коллаб с той игрой, а просто новый релиз. Ладно, давайте посмотрим, что тут нам приготовили 5 талантливых парней. Так, клип начинается с дождя. Не люблю плохую погоду. Ой, там на каком-то обломке чего-то написано promise, то есть обещание. Интересно, это что-то значит для клипа или нет? Так, для начала мне напоминает сериал Lost, то есть парни оказались в каком-то неизведанном месте. Они не знают, как сюда попали и как отсюда выбраться. Но, похоже, это их не сильно тревожит, им нравится это место. Почему у них листья? Почему они их не снимают сами с себя? Ну ладно. Ой, ящерица какая-то, что не цвет. Это мне напомнило этот «В холодном сердце». Помните, у Эльзы во второй части была тоже ящерица? Только это прям в уменьшенной версии. Парням, по-видимому, нравится это место. Минималистичный припев, ура! То есть шло куча музыки, куча разных звуков, а на припеве стало так пусто, в хорошем смысле. То есть остался только вот это насвистывание и ритм. Интересное звучание. Ой, на них какая-то пыльца, это они что, с какими-то феями познакомились или что? Я все-таки склоняюсь к мнению, что это какой-то магический остров. Ой, паровозик, мне это напомнило эту хореографию к Бумбая Blackpink. Привет 2016 году! Очень интересный разгон перед припевом. Ой, за ним что, гонятся бабочки? Или как, я не могу понять, ему нравятся эти бабочки или нет. О. А вот он решил полетать, как Питер Пен. Ему только дин-дин не хватает. Интересная локация в этом клипе, потому что она как-то особо вообще не похожа на весь клип. Ой, ее цветовая палитра мне напомнила клип Эспы Black Mamba. И если предположить, что парни оказались здесь в каком-то параллельном мире, то, возможно, они оказались в мире Эспы. А у Эспы же у них есть своя метавселенная, поэтому очень может быть. Эй, парни, если встретите Эспу, спросите по-братски, когда-то у них камбэк. Мне нравится последний разгон, очень круто. О, этот все, этот уже налетался. С него хватит. Парни, вы что, решили все вместе уплыть на этой лодочке? Блин, я бы, наверное, вам не советовала это делать. Постройте лучше себе получше лодку. А если не построите, то делайте, в общем, себе тут лагерь на этом острове. Вот такой вот клип, вот такой вот трек. И я могу сказать, что мне очень понравилась визуальная часть этого клипа. То есть идея с этим таинственным, загадочным и, как мне кажется, даже магическим островом очень интересно обыграна. И плюс у меня, как я уже сказала, появилась теория, связанная с вот той кислотной локацией, касательно того, что они чем-то похожи, эта локация, на клип Эспы Black Mamba, и, возможно, это все одна вселенная. Ну, а вдруг такая теория правдива? Что касается музыки, мне очень понравился их минималистичный припев. То есть это мне чем-то напоминает Blackpink Whistle, недавний трек Тэйяна и Чимина Vibe. То есть эта песня не является плагиатом тех, но идея похожая. И мне эта идея правда нравится.
Плюс мне очень понравился последний припев. Как известно, в кей-поп песнях последний припев — это самая сильная часть песни, и в этом треке она мне очень понравилась. Было очень прикольно разогнана вся песня и переделана под последний припев. А вообще, если честно, я не особо знакома с творчеством группы TXT. Почему я вообще обратила внимание на этот камбэк? Да потому что многие начали говорить о том, что есть 4 самых популярных мужских кей-поп группы. Это BTS, это Stray Kids, это Seventeen и это TXT. Поэтому я решила, что мне нужно узнать, кто же такие TXT. И после этого камбэка я могу сказать, что я правда заинтересована творчеством парней, и мне правда интересно послушать, какие песни у них еще были. Поэтому с вас в комментариях ваш любимый трек от группы TXT. Буду ждать вас в комментариях. И если вам понравилось это видео, то с вас обязательно лайк и подписка на канал.